Эй, Скилла, слезай. Циклоп шлет тебе весточку. Передай, пусть засунет ее к козе... За ту неделю! Малака! Циклоп сказал, ты беспощадна. Так нападай! Только подойди чуть ближе. Пора бы знать. Циклоп всегда получает свое. Ты получишь. Зато каждую неделю такое. Я так больше не могу. Спасибо за помощь. Ах. Что с тобой стряслось? Ничего, все уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь. Конечно. Не стесняйся. Тоже хочешь есть, Икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла, так же, как тебе, Кассандра? Может, попросишь его? Я замолвлю за тебя словечко. Дождалась. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. А, чего еще хочет этот плут? Не знаю. Просит навестить его в новом доме. У виноградника. Что? Виноградник? Малака. Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. Ну, думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Ну что ты придешь? Больно. Довольно. Скажите своему уродцу, что если он пришлет вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу. Пойду к Маркосу. Вот только оденусь. Рыжим, мы тебя убьем. Вот его виноградник. Впереди.
Вот ты. Посмотрим, во что ты вляпался на этот раз, Маркус. Маркус, послушай меня. Так нельзя. Что? Я тут главный. Сажаю, что хочу. Здесь виноград погибнет. Причем весь. Забудь все, что ты знаешь о прошлом, друг мой. Вместе мы совершим переворот виноделии. Поверь, ты еще вспомнишь об этом дне. Кассандра, слава богам! Феба тебя нашла. Я тебя слышу. Я волновался. Тебя ищут люди Циклопа. Ты в опасности. Жаль, что твое предупреждение запоздало. Но это не важно. Ты купил виноградник, Маркус? Виноградник? А что? Я люблю вино, ты любишь вино, все любят вино. И все покупают вино, а я продаю. Ты ведь ничего не понимаешь в виноделии. Я быстро учусь. Сажаешь виноград и делаешь вино. Ха, как все просто. Ты должна понимать, что у меня есть план. У Маркуса всегда есть план. Ладно, ты можешь вернуть мне деньги? Могу ли я вернуть тебе деньги? Конечно, конечно. Хотя нет, то есть не сейчас. Так достань их. Конечно, Кассандра, конечно. Но, может, ты сама забери их у торговцев сами. Я в таком не силен, сама знаешь. Я должна отнять свои деньги? Они заждались тебя сами, друг мой. Что за торговец? Дурис, ты знаешь его, он славный. Дурис? Опять? Зачем ты постоянно даешь ему деньги? Он верный друг. Я не хочу, чтобы он голодал. Ты хороший друг, но слишком щедрый. Надеюсь, мои деньги у него. Жаль продавать наш виноградник. Считай, что деньги у тебя. Потом нам нужно будет обсудить кое-что еще. Потом. Ладно, но я возьму коня. Жарко, да и далеко для пешей прогулки. Но... Подумай о выгоде, Маркус. Это в общих интересах. Верно, друг мой, верно. Можешь выбирать. Расскажи мне об этом. Он со Скироса, а ты знаешь толк в скакунах, друг мой. Этот конь карабкается по скалам, как козел. Тот, что в центре. Расскажи о нем. О, ты выбрала красавчика. Он родом из Салоников. Ему неведом страх. Мне нравится конь справа. А, он из Македонии. Боевой скакун. Как раз для воина. Я выбрала. И какого же? Конь слева. Чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Не хотелось бы, чтобы тебе достался такой конь. Вот этот. Ты уверена? Ведь... Я уверена, Маркус. Все выигрыши, всем хорошо. Это сам великий Фобос. Он никогда не подводил. Фобос. Приходи к храму сами, когда ты получишь свои деньги. А, Эфтерпа, вина еще достаточно. Не бойся. Не сейчас, глупец. Фебу похитили. Кто? Прихвостни Циклопа, кто еще? Утащили прямо с дороги. Куда они пошли? В сторону пляжа Ктимены. К пляжу? Она умеет плавать? Я найду ее. Да, иди. Но не забудь про Дуриса, Кассандра. Пошел! Давай,